абсолютно все следы. Также у раздрапа есть лишний Харманиш. Что за дичь оттуда? Разработчик летает! Я бы еще напишу не пун. Он меня просто взял и через стенку замочил. Что? Сыграй дуэль на пану с разработчиком, вам не послышалось. Здоров всем, ребята, кентусик. Надо пробовать, и прямо сегодня будет просто разносное видео. Это просто будет разрыв башки. Знаете почему? Потому что я прямо сегодня первый сыграю дуэль на пану с разработчиком, вам не послышалось. Во-вторых, прямо сегодня покажу инвентарь самого настоящего разработчика. Я не шучу. Мы посмотрим, какие же у него есть скины. Нужно больше золота. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайк за это эксклюзивное видео, потому что никто, абсолютно никто с ютуберов не снимал такое. Я вам отвечаю, вы точно не пожалеете. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь, а мы стартуем! Девай, ну как тебе это, малышечка? Ну скажи честно, ты потек, потому что я потек. Я, кажется, писался. Я хочу тебе вот этот флипнайчик подарить совершенно бесплатно. И чтобы получить, надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, и чем больше, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, а мы стартуем! Самый настоящий разработчик, я не шучу. И прямо сегодня он дал свой аккаунт, и мы посмотрим, что же в нем есть. И помимо всего этого, ребята, помимо всего этого, мы еще сыграем дуэль на мой бан! Помимо всего этого, то есть если я проиграю, меня могут забанить. Поэтому, ребята, помимо всего этого, прожмите лайк и поддержите меня. Помимо всего этого, погнали смотреть его аккаунт. Я говорю сразу, ребята, это максимально эксклюзивное видео, и я снять должен. Доступ к аккаунту мне не дали, мне сказали, кем-то получить на попке. Но разработчик снял видео, обзор своего аккаунта. Первое, что мы видим, ребята, кто в друзьях? Кем-то пока в друзьях! А что это означает, что это настоящий разработчик? Погнали, посмотрим, что там у него. Ага. Мы видим то, что у него на балансе 62 тысячи голды. Ага. Ну откуда вам так много? А, ну хоть это, ты же разработчик, я забыл. Так, давайте вначале проверим, есть ли у разработчиков подкрутка, чтобы понимали, потому что многие из вас меня спрашивали, где-то пока спроси, есть ли у разработчика подкрутка. Ага, ну а прямо сейчас, ребята, будет самое-самое интересное, потому что разработчик нам покажет свой инвентарь! Вам не показалось. Вам не показалось, у него 1444 предмета! Обалдеть! И знаете, в чем самый прикол? Вот вы сейчас сами поймете, в чем самый главный прикол. А самый главный прикол того, что у него есть абсолютно все скины. Абсолютно все скины в одном экземпляре. То есть у него есть все скины с рынка по одной штуке. У него есть M9 Bayonet Ranglass. Сейчас мы дойдем, сейчас будет Керамбит Голд и все. А КРТХ! Ничего себе, скал, я себе обалдеть не встать. Вот это, понимаю, инвентарь. Куча тычков, куча всего. Дальше мы видим АКРТХ, М-очка Бабл Джам, М40 Монстр, М40 Монстр Статрек. Так, о, пошли дорогущие наклейки. И знаете, в чем самый главный прикол? Это все ю. То есть, помимо всего этого, еще есть просто инвентарь разработчика. Блин, я тоже хочу стать разрабом. Прикиньте, ребята, сколько это все стоит. Стоп, Откер Голд. Это самый дорогой аккаунт, который я видел в моей жизни. Я потом посчитаю и скажу, сколько стоит его аккаунт. У него даже есть АКР Treasure Hunter с наклеечкой Punisher. О, эмочка самурай, с наклейкой самурай. Слушайте, разработчик понял так же самое, как и я. Обожает самураи. Обалдеть. Также у раздрапа есть лишний Harmony. Что? Блин, ребята, прямо сейчас поставьте видео на паузу. И как вы думаете, сколько стоит аккаунт разработчика? И напишите прямо сейчас в комментариях. Потому что я думаю, что он стоит нереально дорого. Так, окей. Смотрим дальше, что еще интересного мы сможем увидеть. Давайте смотреть. АВМ Treasure Hunter! Куда без него? Вы что думали, не Тавик это Ха? Я же говорил, у него есть абсолютно все скины в одном экземпляре. То есть у него есть абсолютно любой скин. И это Charm V2, и очень почемак, и USP, и все. Так, смотрим дальше. G2 The Nest, Sticker Dragon. Обалдеть, это просто инвентарь моей мечты. Ну что, у него есть Дезрил Якудзе Статрек? Нету! В смысле, нету Дезрил Якудзе Статрек, не понял. Так, ну мы видим, Разработчик нам показывает, что у него настоящий аккаунт, то, что это не фейк, видите, применяет, все отменяет. Блин, ну мне интереснее всего, если разработчик сейчас пролистает самый-самый-самый низ. Ага,
Разработчик нам решил показать свои наклеечки, ребята, как он такой трейдер, как он такой инвентарь разработчик-то, юпсель-мупсель. Вот эти штаны 40 гривен, обалдеть. Он что, прям сейчас приклеит стикер? Да нет! Он псих! Это же стоит 80 тысяч голды! Разработчик, ты что творишь? А вот, ребята, и мы с разработчиком лобби. И прямо сейчас у нас будет с ним дуэль! На мой бан! Но перед этим я скажу, сколько же стоит этот долбанный аккаунт! Этот аккаунт стоит... 1 300 000 голды! Потому что тут есть куча крутых, редких, дорогих наклеек, которые даже еще не успели попасть в видео. Ладно, все, ребята, погнали к дуэльке на мой бан! Там будет не менее интересно. Бан! Вы часто меня спрашиваете, это ПК? А откуда у него крутой дорогущий инвентарь? Нет, крайне просто, это всего булдропщик. Тебе нужен новый дроп, залетай на булдроп. Тем более, это поход, нереально крутой ивент. И помимо всего этого, там есть булбасик, которым ты можешь получить на халяву нож, прикинь. А по моему промику снизу, ты получаешь от нас с булдропом подарок. Все, братик, идем дальше. Видите, то, что настоящий разработчик? Так вот, ребята, знакомьтесь, это Инсаф, и мы прямо сейчас играем с ним дуэлечку на мой бан! Да, я хочу ему предложить сыграть дуэльку, что если я проиграю, он меня забанит. Вы посмотрите, он увеличил разминку! Ты чё, негодник? Вы посмотрите, а что это с него упало? Дорогулечка, ты моя сюда на базу, ля! Какая сосочка-то ты что? Мать моя женщина, роди меня заново! Просто, ребята, за такую эпичную дуэль прожмите лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Все, давайте я ему напишу. Если я проиграю, можешь меня забанить. Просто посмотрите. Блин, вы понимаете, что я вот этим вот сообщением подписал себе приговор? Это просто трэш. Он пишет, наконец-то, это настоящий разработчик, вот его профиль, чекайте, блин, и смотрите, у него не отображается клан, как у всех настоящих разработчиков, у него клан не отображается, зато тут мы видим то, что у него клан Excelball, я отвечаю, это не фейк, 100%, это не софт, ладно, все, ребят, поехали, он опять разминку продлил, да ты надоел, падаль, ты перхватая, ой, я извиняюсь, это я все про себя. Блин, я что-то принул, я забыл, что я играю дуэль с разработчиком уже. А, дуэль пошла! Разминка кончена! Что за дичь? Ой, ребята, это очень опасно. Сейчас надо побеждать. Да, это софт, у него автономотка! Да я отвечаю, это автономотка! Я не верю, что так может честно играть! Ладно, все, ребят, давайте, собрались, счет 1-0! Блин, а давайте я напишу. Ой, Инсаф, братик, ну подари раунд, ну пожи, по-братски. Ааа, 1-1! 1-1, чекай, подарил! Обалдеть, не встать! Вот это добрый разработчик взял и подарил мне раунд. Давайте все напишем вместе. Хэштег! Разработчики топ! Главное не проиграть! Мне очень интересно, на что же способен разработчик. А тут. Чё это была за дичь? Откуда он знал? Откуда инфа? Как он знал, что я там нахожусь? Уважаемый разработчик, я, кажется, понимаю. Ну вот это я не понимаю. Чё за дичь-то была? Блин, ребята, это жестко. Ладно, все, давайте. Я взял спасик, она мне страшна. Тоже знал, что разработчик еще кибером окажется. Сюда, разработчик, я тебе за плохие обновления. Как он выжил? Я чуть ничего не понимаю. Как это возможно? Он пишет, знаете, что пишет? Читаемо, слышишь? Не, ребята, я начинаю потеть, но без обид. Но это уже реально не смешно. Что меня сейчас всякие нубы побеждают. Сейчас ты за все ответишь. А вот это читаемо будет? Давай, давай, сладенький ты мой. Ну? Привет, разработчик. На базу! Оу, мэн! Все, ребят, нормально, меня не забанят, наверное. Что за дичь? Раунд не окончен! Раунд не окончен! Он опять написал свою какую-то вонючую админскую команду! И раунд не оканчивается! Ёпсель-мопсель! И что ж надо сделать, чтобы он окончился, а?
Мама дорогая, все, наконец-таки раунд закончился. Я отвечаю, это не баг, это не лаг, это 100% разработчик, братва. Погнали дальше, еще 2-3. О, слушайте, а давайте возьмем молик и прям ему в попочку заброшу, а? Как... Предложение-то. Попалываемся за разработчиком. Так, самое главное, что он себе не сделал 1000 хп. А то он такой, что может, я знаю его. Уважаемый Insoft девелопер. Я не понимаю, где он? Да! Это тебе засчитаемо! Ничего не считаемо! Инта, ребята, лечайся, три. Я просто брался и начал камбэчить. У, слушай, а давайте-ка. Он говорит, как скажешь. А, походу он разозлился. Походу он разозлился. Не, уважаемый разработчик, я ж пошутил. Я ж не со зла, поймите меня правильно. Блин, сейчас начнется, понимаете? У него есть такая функция, что он может стрелять через стенки. Это не софт, это реально у разработчика есть такая штука. Ага, там его нету, нормально. Так, ребята, вроде бы как в тёмочке его нету. Это хорошо, значит он будет тут. Давайте, ребят, тактика пиксель. Это коронная тактика, маслят, ну шу. Разработчик, давай, еще ты получишь шляпу за то, что мне ни разу тайдай не выпал с Revenge Тейсика. А, давай, Insoft, братик, давай, вылетай. Блин, ребята, как же это круто, что разработчик согласился еще со мной сыграть дуэль. Помимо того, что мы видели, какой у него аккаунт. Это очень круто, поэтому большое ему спасибо. Так, счет 3-3. Да это еще это Тём. Это по-любому Тёмка. Вот что-то у меня чуечка такая. Или нет? Или да? Ля, он сидит, это в пиксели крысе. Давай выходи, братик. Давайте я вначале чекну Тёмку. Он топал где-то тут. Он топал где-то тут. Так, аккуратно. Дядь, ну ты где? Так, у тебя же Тёмки нету, правильно? Блин, у меня руки потеют. Где ты? Разработчик, где ты? А, хорошо. 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 Он время остановил! Он время остановил! Ты чего себе позволяешь? Давай без этих админских штучек! Я же должен был давно тебе выиграть! Вот он, говнюк! Он ждет, чтобы я его запушил! Вот разработчик-то какой! Ща мы разработчику дадим по шапке, правильно, мужик? Блин, или не дадим, или мне дадут по шапке. Он пишет, и где вас найти? Я вас запалил, вот тут. Салам алейкум! Ёперный балет, где он? Он просто включил невидимку! Чё за дичь? Ля, пацаны, его нигде нету! Так, разработчик, давайте напишу. Я Б. Я на Б. Что за дичь? Он тут-то! Разработчик летает! Это летающий разработчик, я не шучу! Мать моя женщина! Да! Что за дичь? Обалдеть! Давайте его забачу и напишу. Еще скажи, что через стенки можешь стрелять. Сейчас вот полный угар, если меня замочит через стенку. Вот прям полный угар. Ну, я же надеюсь, это шутка. Он же не будет через стенки стрелять, правильно? Не-не-не, разработчик не такой. Разработчик через стенки стрелять не будет. Ребят, мне желательно эту дуэль выиграть, а то бан не хочу. Молик, Молик, куда бросим Молик? Пойдем туда. Ля, вон разработчик, чекайте, вон он. Это разработчик летит. Я отвечаю, пацаны, это разраб реальный. Мать моя женщина. Все, я ему пишу, ну все, беру авик, я ему пишу. Ну все, беру авик. Теперь я тебя увижу сверху идеально. Обалдеть, разработчик просто залетел туда, наверх. Я такого еще не видел. Так, пацаны, с вас лайкусь, подписочка. Шпоньк. Хорошо. А где он, где он? Так, смотрим вверх. Сверху разработчика нету. И тут разработчика нету. Разработчик, где? Так, внимательно смотрим, где находится разработчик. Через стенку! Он меня замочил через стенку! Не понял. Я бы еще напишу, не понял. Я бану не хочу, мне надо выиграть. Он меня просто взял и через стенку замочил. Что? Это реально разраб, вы понимаете, это не софт. Ахаха, напишу, гонавиках. Ох, разработчик-то негодник. Два раунда меня замочил, нечестно. То есть должен быть счет 7-5, понимаете? Ничего себе, разработчик, я хитрюга. Написал когда-то секретную команду. Ща мы разработчику устроим. Он не знает, что я ВП-мастер. Да мы на авиках договорились! У нас дуэль на авиках. Во, минус один мне. Интересно, а разработчик сможет сделать? Ой, блин, ой. Ой, себе. Какой мне себе? Себе, минус один. Разработчик сможет сделать или нет? Как думаете? А ну-ка. Разработчик, а минус 11 сможешь сделать? Так. Да,
мой ёберный балет, это нечестно! Как? В смысле, решающий раунд? Не-не-не, я проиграть не хочу. Хорошо, я проигрывать. Не хочу. Смотрите. Вот это да. Счет 6-7. Так, блин. А можем продолжить Go на M40? Он пишет, ты проиграешь. Напишу. Go на M40. Напишу. Ток. Он пишет, разраба не победить. Напишу. Без. Напишу. Go M40. Все, ребята. Ну я не знаю, как мне победить. Он просто мочит. Вот отовсюду. Я не знаю, он какой-то невозможный. Вот разработчик-то хитрюга. Вот хитрюга, пишет, раздраба не победить. А, стоп, а что я на имею в виду? Как это раздраба не победить? Победить еще как. Он тут топает. Он тут. Меня даже залагало, все. Он тут, а! У меня есть хаешка. У меня ничего нету. Перезарядка. Не пушь меня, раздраб, пощади. Стрелка. Где он? А-а-а! Он через стенку стреляет! Ха-ха-ха! Ну, минус 75, это мой раунд! Я выиграл! Это чё закидало? Я как проиграл? Я чё? Я бан получу! Что? Мать моя женщина! Мне плохо! Что он творит? Ребята, пожалуйста, прожмите лайк за такое нереальное, крутое видео! Обязательно! Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Все зависло. Все, ребята, я на такой прекрасной, хорошей ноте я буду заканчивать. Обязательно подпишитесь, прожмите лайкусик и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха и разработчик-софт. Всем удачи, всем пока.